Впервые служба центральных коммуникаций проведет экспертную площадку «Маңызды» в городе Туркестане. Туркестан – столица тюркоязычных народов. Инструменты реализации программы «Рухани Жангру» – предпринимательство. Сложная аналитика простыми словами. Все это на экспертной площадке службы центральных коммуникаций. «Маңызды» – это свободный формат. Это поиск новых экспертов для СМИ. Это достоверная информация по актуальным темам. Ждем вас 4 апреля в 17 часов в городе Туркестан в Международном центре «Туркестан Медиа».